Серия вспышек на Солнце, произошедших в сентябре, стала причиной нескольких магнитных бурь. Чем обусловлена такая активность Солнца и почему мощные выбросы плазмы с поверхности нашего светила способны оказать негативное влияние на здоровье? Мы знаем о том, что действительно это факт, что погодные процессы сильно воздействуют на человека, особенно жара, холод и так далее. И в частности, в 2003 году в Западной Европе погибло, например, 60 тысяч человек пожилого возраста во время очень сильной жары, когда температура была за 40 градусов в летний период, со знаком плюс, естественно. Так вот, вот это действительно всеми признанный факт метеотропного воздействия. Это очень трудно определить, так как Солнце по своей сути газовый шар. Эта звезда таит в себе массу загадок. Все исследования, связанные с Солнцем, носят модельный характер. После вспышки на Солнце к Земле и другим планетам устремляются потоки космических лучей и заряженных частиц, так называемый солнечный ветер. От воздействия солнечного ветра нас спасает магнитное поле Земли. Магнитные бури негативно воздействуют не только на земные электрические системы, но и на человека. Нужно отметить, что мощные потоки заряженных частиц в период солнечных вспышек могут создавать серьезную опасность для экипажей в космосе, солнечных батарей и электронного оборудования космических кораблей, не защищенных магнитным полем Земли. Аурелия Сташкова, Владислав Михневский, Универньюз.